Уважаемые коллеги, хотя мы сейчас обсуждаем всего лишь проект постановления, не проект закона области, он имеет исключительное значение для культурного наследия города Пскова. Я думаю, что только Иванович Мишматов помнит июнь 1995 года и что это было обсуждение вот этого решения Псковского областного собрания депутатов о мерах по сохранению культурного наследия города Пскова. Этот документ сейчас находится, это карта-схема Пскова, выполнена вручную, гуашью. Единственный экземпляр находится в городе Пскове, потому что второй экземпляр этого документа сгорел в Петербурге во время пожара. И сам разработчик Лена Деброгор не имеет сегодня этого документа на руках. В течение более чем 20 лет этот документ был определяющим для сохранения наших памятников культуры. С его помощью было сохранено, я думаю, несколько десятков объектов культурного наследия от уничтожения. Я полагаю, что на данный момент нет абсолютно никакой необходимости до завершения переходного периода, связанного с определением статуса Пскова как исторического поселения регионального значения, отменять второй пункт решения 1995 года. Я не услышал, к сожалению, в ответе представителей администрации города Пскова, сколько времени потребуется, а им все равно придется менять генеральный план города и правила землепользования застройки. Вот до того момента, пока эта работа не будет завершена, отмена пункта второго решения 1995 года нецелесообразна. Уважаемые коллеги, нам не нужно создавать очередь из жаждущих лиц на входе в Госкомитет по объектам культурного наследия. Эта очередь появится неизбежно. Я хочу вам напомнить минимум одну ситуацию, которая сейчас обсуждается в публичном пространстве. Это застройка вокруг горы Соколиха, где стоит памятник дружине князя Александра Невского. Все мы бывали на Соколихе и знаем, что оттуда до сих пор еще можно увидеть Троицкий собор, главную культурную и архитектурную доминанту города Пскова. Те проекты застройки, которые сейчас планируются на границе между городом Псковым и Псковским районом, потому что здесь два муниципалитета затронуты, они могут привести к тому, что стоя у основания памятника князю Александру Невскому, мы уже с вами не увидим даже главных купол Троицкого собора, не говоря о его основных архитектурных формах. И это очень серьезная вещь, уважаемые господа. Мое предложение заключается в том, чтобы не спешить. Мы неизбежно отменим пункт второго решения 1995 года. Это неизбежно, потому что действительно объединенная охранная зона в настоящее время является, скажем так, устаревшей формой законодательного регулирования в области охраны объектов культурного наследия. Но у нас нет никаких законодательных оснований спешить. Мы с вами отвечаем за культуру в существенной степени. И просто отсылаться к 73-му федеральному закону, который защищает культуру всей России, для такого города, как Псков, недостаточно. У нас должно быть собственное региональное законодательное регулирование охраны объектов культурного наследия. Да, мы с вами утвердили 24 проекта зоны охраны, и очень важно понимать, что будет между Соколихой и Троицким собором. Поэтому предложение заключается в том, чтобы сейчас отложить принятие этого постановления до того момента, пока все законодательное регулирование градостроительной ситуации в городе Пскове в части объектов культурного наследия будет завершено. Я в первую очередь обращаюсь к жителям города Пскова, депутатам Псковского областного собрания, потому что у вас здесь большинство, хотя вы депутаты от муниципальных районов, но вы жители города Пскова. И прошу вас задуматься о судьбе нашего культурного наследия, не создавать ситуацию даже гипотетического риска. Это абсолютно недопустимо. Второго Пскова у нас с вами нет. Предлагаю воздержаться от голосования по этому проекту постановления. Спасибо.